Друзья мои, что такое тверк? Так вот, это танец, танец попой и бедрами. И надо сказать, что дети умеют танцевать его уже с рождения. На самом деле в тверке задействованы все части тела. Например, Джеки Халлиган из Англии уже много лет занимается тверком. И она абсолютно согласна с мнением врачей. Тверк вполне заменяет кардионагрузку на беговой дорожке или велотренажере. А еще это отличная тренировка, которая улучшает кровообращение, укрепляет мышцы и способствует похудению. Надо сказать, что только в Москве существует 196 учебных центров по обучению тверку. Произошел тверк от африканских танцев, и поэтому для нас сейчас танцует Дерек из Конго. Мы с ним познакомились на фестивале молодежи в Сочи.